Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами я, Антон, и я продолжаю проходить игру Outlast. Я говорю так быстро, потому что тут ходит этот... скинхед. С мачете. И он меня спалил. Я продолжаю, собственно говоря, искать выход из этой жопы мира. Правда, не знаю, куда бежать абсолютно, потому что... я нашел предохранители, которые нужно было найти. А куда дальше, я не знаю. Сюда, может, я не... вот тут моя сейф-зона, короче, была. О, наконец-то. Фух. Правда, я теперь не знаю, куда идти. Чего? Ключ нужен. По-моему, это тот самый ключ, который был в желобе, в лифте, в грузовом. Вместе с телом полицейского. Я так понимаю, нам либо сюда, потому как та дверь закрыта. Собственно, мы отсюда ушли и опять сюда же спускаемся. Шикарно. Просто потрясающе. Люблю, знаете ли, такие бродилки туда-сюда, без всякого смысла. Так, я уже слышу какие-то нехорошие стоны. А это, как правило, не является символом чего-то хорошего. Давайте я почитаю. Проект «Скрепка. Объединенное управление планирования разведывательной деятельности». Документ 8 из 186. Ссылка. Акт разоблачения нацистских военных преступлений. А. Прежде всего, проект «Скрепка» позволяет воспользоваться услугами зарубежных специалистов для решения особых задач, стоящих перед армией, военно-морским флотом и воздушными силами. Проект 63 является по преимуществу программой опровержения и желательно полного уничтожения компрометирующих свидетельств. Цель программы – обезопасить работу в Соединенных Штатах для некоторых выдающихся немецких и австрийских специалистов через отрицание факта их работы на потенциального противника. Понято. Понято. Так, я надеюсь, этот парниша там так и будет стоять. И меня не тронет. Так, это и все? Зачем я сюда пришел? Я думал, мне сюда и нужно было. Так, заколочено. Я буду, чтобы немножко поменьше расходовать батарею. Так, ну похоже вот сюда. А я тебя помню, мужик. Я тебя помню. Вот. Хоть бы как-нибудь разделяли задание, черт возьми. О, да. А на этот звук никакое говно не сбежится. Типа скинхедов с мачете. Я пойду, пожалуй. Ух, твою мать. Куда, 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 наверх? Я понял. Сбежится все-таки. Сбежится. Опасный козел. Давайте мы дверочку прикроем. Дверочку мы прикроем. Так, еще один прыжок. Оп, удачный. Удачный прыжок. Follow the blood. Следуй за кровью. Сразу две батарейки. Потрясающе. Потрясающе. Так. Ну, эта дверь, очевидно, закрыта. Туда мы не идем сразу. Даже не тратим время. И продолжаем идти по кровавому следу. Так, какой-то шибанутый. Главное его не спугнуть. Правильно, иди отсюда. Ну, хочется верить, что нам надо прыгать. Это сейчас было... это сейчас было... уйди, 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 уйди.
Извини, дядя. Сегодня не твой день. Блин, вот это вот, конечно, моменты с прыжками. Меня, если честно, бесят. Вот я серьезно вам говорю. Такое уже было в моем прохождении и не раз. Когда я вроде бы прыгал абсолютно правильно, логично, но все равно не допрыгивал. Как-то надо прыгать так с самого-самого-самого уступа. Вот почему он сейчас не задел? Я вот опять этот говноед сейчас будет меня атаковать. Да? Вот давай, осталось, чтобы ты меня еще убил. Сраный козел. Ну, потрясающе. Просто 10 из 10. Да уйди ты, мразь. Все, отдышись. Ой, потому что еще одного такого фатального прыжка я не выдержу. Чего такое? Че с музыкой? Ой, блин. Но нам явно вот сюда. Во, а вот теперь смог. Что я сделал по-другому, я не знаю. Оба. О, бля. Говно. Говно, 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 говно. Нехорошо, нехорошо, нехорошо. Возьми батарейку. Так, что делаем? По кровавому следу. Где следы? Их нет. Фух, я надеюсь, это было по скрипту. Что, вот мы так упали. Через гнилые доски. Понятия не имею, что делают. Вообще, какой дурак положил плитку на деревянный пол? Это во-первых. Во-вторых, почему так прогнили доски? Наверное, пожар был. Но судя по обугленным действительно доскам, тут был нехилый такой пожарчик. Так, это чтобы спрятаться. А я думал, тут батарейки есть. Вот тут я, походу, рухнул. Предыдущий раз. Нам, похоже, сюда. Хочу в это верить. Давайте только, ребят, без скинхедов. Закрыто. Вот давайте реально без скинхедов. Ой. Ну, и без этого тоже. Вот знаете, мне совсем не улыбается драться с этим Валидером. Валя. Я буду его так называть. Валентин. Дверочку мы прикрываем. Мы вежливые люди. Законопослушные. Лай. Ложь, насколько я полагаю. Знакомый почерк. Отец Мартин убил здесь кого-то. Ложь, о которой он твердит. Досье. Пропавшие из этих ящиков? Записи? Факты? Они похожи на материалы правительственного агентства. 30-летней давности или старше. Вспоминается МК Ультра, ЦРУ. Назойливое жужжание не исчезает. Так, кровь говорит нам, что нужно идти вот сюда. Кровь говорит, что нам сюда, но я сюда идти не хочу. Ох, твою мать. До свидания. Там эти двое злыдней. Псюкатых. Ну и что мне делать? Но у них ножи здоровенные. Так что мне по-любому с ними встречаться не с руки. А как-то пройти туда надо. Ну, ё-моё. Уйди. Твою мать, он меня просто с одного удара положил. Умные суки.
Разделились. Подвое никогда не ходят. Точнее, всегда подвое, но предпочитают разделяться. Так, а давайте мы устроим засаду. Нет, точнее, не засаду, а мы просто вот так вот посмотрим. Вот если он сейчас к нам пойдет, это фаталити. Просто сразу будет. Мне. Ну-ка. Давайте на шару пробежим. Ушли, надеюсь. Хорошо бы. Так, сразу. Бежим. Не останавливаемся. Давай. Давай, Майлз. Я в тебя верю. Ты мужик. Я понимаю, что тяжело совладать с собой, когда вот такое вот происходит вокруг, но держись. Держись. Ради меня, ради моих зрителей, держись. Так, надо взять разгон. Опа, а вот это вот непредвидено. О-о. Твою мать. Ползи, ползи. Не падать. Уважаемые зрители, с вами играет Майлз Апшер из Mount Massive. Внимание, вопрос. Как нам дальше жить? Да я понимаю, что камера необходима, чтобы в темноте ориентироваться, но... Это же вообще фаталити. Я понятия не имею, куда я иду. Но здесь тупик. Я так, знаете, буду спиной идти. Нет, здесь везде тупик. Похоже, нам вот сюда, реально. Будем искать камеру, я так понимаю. Вот тут я вижу какой-то подъем. Якобы подъем. И дверь сразу закрыли. Сразу дверь закрыли. Интересно, мне здесь вообще надо идти? Или сразу надо прыгать вниз? А я, честно говоря, не знаю. Но похоже, надо сразу вниз идти и за камерой. А где ее теперь искать, хер его знает. Потому что она, судя по всему, куда-то в подпол упала. И надо опять в подвал. В ссаный подвал говна. Я инстинктивно, знаете, нажимаю ПКМ, правую кнопку мыши и F, чтобы хоть как-то себе обозначить местность, куда я иду. Но... Это абсолютно безрезультатно. И что самое страшное, тут до сих пор ходят эти ублюдки. Так. До сих пор. А еще до сих пор где-то жив этот. Здоровенный хер. Крис Уокер. 64 зуба. Где-то он до сих пор живой. Ну, хорошо, хоть траггер отъехал. Вот это меня радует. Ненавижу, вот так, когда нахожусь вот в таких ситуациях. Когда я, как на витрине, на свету, а вокруг меня темнота. Терпеть не могу такие моменты. Просто ненавижу. Так, тут какой-то проем, судя по всему. Нет. Я хоть надеялся хоть что-нибудь полезное найти. Но... Вряд ли. Вряд ли что-то будет для нас тут интересное. Ну, а одну батарейку я точно уже нашел. Разработчики хитрые. Как только отобрали у нас камеру,
сразу игра стала намного ярче визуально. То есть, да, гром, молнии, лампы работают. Так, тут, похоже, все завалено. Ай, блядь! Сука! Умразь! Еще одна мразь сидит. Но это вроде бы не опасное. Что скажешь, брат? Ничего не скажешь. Ладно. Так, будем ориентироваться, чтобы закрыть. А что закрыть? Там дверь или шкаф? Я не вижу совершенно ничего. Дверь. Значит, нам сюда. И вот сюда, судя по тому, что это место подсвечено любезно разработчиками. Еще что-то светится. Куда я иду? Давайте будем идти вот на свет. Это обычная ловушка. Камера, моя камера. Ура! Ну, наконец-то! О, я понял вас. Ой, ловушка. Друзья, идите в задницу. Я с вами не хочу никаких дел вообще иметь. Так, мужик, здорово. И тебе привет на добром слове. Куда? Сюда, не сюда. Вот тут, по-моему, налево. Да. Двери нет. Ожидаемо. А я, по-моему, в ловушке, да? Ну да. Я в заднице. Куда нам дальше? Ой. Твою налево. Все. Я готовый. Вот если мне сейчас не повезет. Вот реально, прям так повезет, так повезет. Все. Уработали меня, ребята. Или еще нет? Я живучий чертяка. Нет. Нет, опять не туда. Твою налево. Почему все так? Вот куда мне сейчас идти? Все. Ну, выпустите меня! Тупори! Ох, промахнулся. Так, давайте будем мыслить логично. Куда мы можем пойти? Вот только сюда. Других вариантов нет. Они бежали на меня откуда-то отсюда. Они меня ждали. В засаде. Твою мать, как не вовремя? Эта батарейка кончилась. Как же не вовремя? Так, и куда? Наверх. Ой, блин. Тихо. Ребята, не бейте меня. Нет, не по столу, не по столу. А куда тогда? Я все время наверх смотрю, потому что, ну... Нет, закрыто. Ну, блин, я опять возвращаюсь туда же, где я был только что. Фух, да... Ненавижу такие моменты, когда вот тупо бегаешь, как в жопу ужаленный. Может, они если меня сейчас уложат, меня респанет сразу на следующий чекпоинт. Потому что никаких дверей я не вижу. Никаких щелей в стенах. Видите, я уже даже ударение неправильно ставлю. Вот давайте. Давайте будем реально мыслить логично. Дверь закрыта. Хотя все-таки попробовать еще раз стоит. Определенно. Ну, говно. Ну, надпись не появляется. Ну, открой. Да ё-моё. Блин, это тупик.
Это реально ловушка. Все, еще один удар, и я отъехал. И у меня батарейка, кстати, заканчивается. Что, несомненно, тоже замечательно. Че, лаг какой-то, баг? Ой, не знаю я, что мне делать. Реально не знаю. Мужики, может, вы поможете? Все двери закрыты. Я прям слышу, как они удары по воздуху проводят. Ну все, тут я никак не выберусь. Или выберусь. О! Вот это повезло. Вот это повезло. Да. Хапнул я адреналинчику, что надо. Только одну батарейку профукал вот просто в никуда. Пока бегал от этих уродов. Но слишком было тут высоко. Слишком высоко, чтобы просто вот подпрыгнуть с места. Поэтому я и не рассчитывал на то, что здесь можно как-то... Как-то пробраться. Так. А вот мы откуда пришли? Мы же отсюда пришли, по-моему. Найдите способ попасть на третий этаж. Отличное задание. Потрясающее. И что делать теперь? Вот почему нельзя пнуть вот это вот дерьмо и открыть дверь? А, понял. Потому что тут в стене есть проем. Вот почему нельзя это дерьмо пнуть. Дерьмо пнуть. Хороший глагол. Дерьмопинатель — это производное существительное. Куда иду? Зачем иду? Я поражаюсь вот с таких людей, которые на жопу себе приключений ищут. Вот на вроде нашего главного героя. Просто реально офигеваю, натурально. Давай. Три булками своими. Об стенки. Об стеночки. Слушайте, а нам сюда надо? Или нет? Вот у меня такое ощущение, очень стойкое, что я не допрыгну. Давайте попробуем. Слушайте. Абшер. Не из робкого десятка, скажу я вам. Вообще прям молодец. Так, вот тут мы делаем разгон и прыжок. Хорошо. Хорошо. Заперто. Аккуратно. Я прям жопой чувствую, что это все дерьмо может обвалиться прямо сейчас. Вот прям в данный момент. Ой. Нельзя, похоже, сюда. Или нам сюда и надо? Дружаня, атакуешь меня? Или не будешь? Лишь один. Давай я закрою. На всякий случай. Откуда ты знаешь, что ты не пациент? Иди отсюда. Так. Ну, знаете, друзья, мне уже нравится то, куда мы пришли, потому что мы наконец-то выбрались в более-менее цивильные помещения. Это те самые административные коридоры, которые были в самом начале. Это не подвалы, не канализация. Это уже что-то более-менее... Хотя бы визуально приятное. Твою мать, там кто-то...
кто-то ломился очень громко. А мне бы желательно батареек. Ребят, плиз. Battery. I need battery power. Help me. Я прям слышу, кто-то за дверью стоит. Ну-ка. О, блядь. Прошу прощения. До свидания. Жирный, жирный, жирный. Поезд пассажирный. О, бля, какой он быстрый. А сюда? Или не сюда? Нет, не сюда. А как я его запутал, да? А вот сейчас не запутал. Выпусти меня, урод. Сюда, не сюда, сюда, не сюда, сюда, не сюда, сюда, не сюда. Сюда, бля. Быстро. Обожаю эту игру. Просто люблю. Да, а мы, похоже, идем. По тем самым начальным уровням. Дружище, ты не оживешь? А, тебя надо вытолкнуть. Я понял. Но наш главный герой уже ничем не брезгует. Даже тем, чтобы трупы вот так вот выталкивать. Интересно, а нам сюда вообще надо? Или нет? Потому что... Тихо. У меня вот такое вот интересное есть мнение, что нам нужно вот сюда. Потому что тут есть куда пойти, скажем так. Но что-то мне сюда уже не хочется. Совсем не хочется. Да, в принципе, можно сходить. Хотя бы документ читнуть. Так. Синди, приветик. Еще одна интересная беседа с Билли сегодня утром. Он утверждал, что снова беседовал с доктором Вернике о своем лечении в некоем белом месте. Меня беспокоит, что его бред становится только хуже с препаратом, что не указано в литературе по бензодиазепину. В любом случае, его мертвый друг доктор продолжает засорять ему голову немецким фольклором. Так единственное, что может убить Вальридера, это бабочки и вампиры, извергнутые демоном по имени Хорерцы. Бабочки высасывают дыхание из человеческих губ и пьют кровь из сосков. Они могут принимать также форму прямоходящей чахлой свиньи или больной собаки. Вот в чем Билли. Вот с чем Билли приходится иметь дело. Помнишь, ты говорила, что раньше Билли упоминал татуировки своей матери? Не было ли случайно среди них бабочек? В следующий раз, как окажусь за пределами защитной системы Мерков, хочу посмотреть в сети, есть ли у всего этого настоящие корни в немецком фольклоре. Или же Билли просто навыдумывал весь этот мусор. Хорошо бы сравнить наши записи, не помешало бы сделать это за бокалом вина. Как-то одиноко на этом втором этаже. Курт. Да. Все-таки не зря я сюда сходил. Есть от этого смысл, немножечко приоткрыли мы завесу тайны в нашей истории. Что, мне кажется, конечно же, хорошо. Так, знакомая помещенница. И библиотека тоже. Но только, по-моему, это не совсем та библиотека. Так, подожди. За светом. В театре. За светом. Посмотри фильм, там он оставил карточку. Ясно? Друзья! Дети! Мне нужна ваша помощь! Дети. Это Мартин кричит. Да, иду. Я иду. В театре? В каком театре? Так, ладно. Давайте на этом месте стопорнемся. И продолжим уже... в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки, если хотите еще видео по Outlast. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, в Одноклассниках, читайте в Твиттере. В общем, все вещи, которые я обычно говорю делать в конце видео, все их делайте. Всем удачи и пока.